В Ульяновск пожаловали гости. Да гости не простые, а представители региональных институтов развития. Делегаты приехали из 30 регионов страны. Поделиться опытом, погулять по местным индустриальным паркам. Директора российских корпораций развития приехали на экскурсию в наноцентр. Взору деловых туристов открылись лаборатории. Это и компания «Тестген», и предприятие по производству тонкопленочных покрытий для автомобилей. Перед этим визитеры посетили авиационный завод «Аэрокомпозит», пивной завод «Инвестор» и «Ветропарк». Ну, вы же знаете, к сожалению, сейчас иностранные компании, кто-то приостановил деятельность, кто-то продолжает работать, но понятно, что новые компании в ближайший, там, наверное, вот период иностранных мы не ожидаем. Разве что из новых стран, такие как Китайская Народная Республика, Индия, вот Иран, там вот у нас было подписано соглашение недавно с иранской компанией. В краю спелых томатов развивают сельское хозяйство. Скоро россиян будут радовать краснодарские оливки и диковинные фрукты. Кубанская корпорация развития занимается еще и продвижением внутреннего туризма. Краснодарец Денис Кузенков поделился с ульяновскими коллегами бизнес-идеями. В этих целях у нас, наверное, на сегодняшний день самый большой инвестиционный пакет предложений, который реализуется на территории Краснодарского края. На сегодняшний день он составляет более 120 миллиардов рублей по заключенным текущим соглашениям. Всех представителей регионов объединяет одна федеральная структура. Это Ассоциация агентств инвестиций и развития. Руководителю этой инвестиционной платформы понравилась прогулка по предприятиям. И вот сегодня как раз при участии корпорации развития Ульяновской области организована выездная стажировка региональных инвестиционных команд на территорию гостеприимной Ульяновской области. Далее представители корпорации развития отправились в портовую экономическую зону, где обошли другие фабрики и заводы. Главная цель подобных съездов – выработать новую стратегию работы регионов по привлечению инвестиций. Виктория Чиркова, Геннадий Бухтаяров. Улправда ТВ.